Тогда выпьем за мир. Почему бы и нет? Плохая. Ректевия. Я человек простой, вы тоже не из графьев, хотя и знаете грамоте. Зачем нам кружить как муха вокруг до около окна, когда есть форточка? Вы, наверное, уже смекнули, зачем я вас сюда послал? Да, Рафлейзерли, хотя я выпил вашу водку, прямо скажу нет. Прямо спрошу, почему? Живое существо. Душа за грифолик. Но всему свое время, приходит возраст, надо отдавать. Куда спешить? Река еще не загорелась. Какие нежности при нашей бедности. Она у вас, слава богу, не одна, есть еще. Ну тут только начни. Возьмите одну, захотите другую. Что мне делать с двумя? Да то же, что и с одной, я вас не первый день знаю. Что, мне нужно пройтись, обдумать ваши слова. Меняется, предлагаю начать сначала. Сам по Курской войны? Нет, сотня. Тоже не отказался, рубашечка, ликерчик. Рэшнери, я человек простой, но, слава богу, обеспеченный. В доме все есть, в подвале тоже. Одного только не хватает. Вот здесь. Приходишь вечером домой, ложишься в чистую постель, гасишь свечу. Такое одиночество. Видите ли, у меня под утро подушка сырая. Не пойму, а чем здесь может помочь бурая корова? Вы называете ее коровой? А как мне ее еще называть? Вот мне нужно пройтись обдумать ваши слова. Рэпэ, я краем уха слышал ваш разговор и попробую внести ясность. Я понимаю, что вас беспокоит. Полюбит ли она? Как специалист скажу, живое существо способно на все. Вот портрет нашего лейзера. Вот слова, от которых растает любое сердце. Передайте это ей. Зачем? Пусть держит перед глазами. В хлеву? Да вы что тут совсем сплетели? Зачем ей портрет лейзера? Ну что, молоко с кистью? Стоп! Так, иначе уйдите от вас, а за нее разбериха. Рэпэвит, прошу вас, скажите сейчас всем, о чем мы с вами говорим. Как о чем? О моей бурой корове. Бурой корове? Нет, Рэпэвит. Я говорил о вашей дочери Цепи. Моей дочери? Ну, конечно, все просто. Он жених, я сват. Вы счастливый отец. Рэпэвит, я ваш родственник и зла не пожелаю. Это выигрыш в лотерее. Уйди, Минахи, мне надо подумать.